Спят усталые игрушки, одеяло и подушки. Бай-бай. Еще 5 минут назад эти маленькие утята прятались от меня. Но благодаря вашему вниманию они ожили. Они сейчас будут принимать водные процедуры. Уже родители выходят. Вот. Знаете почему? Потому что ваша улыбка, ваши лайки, комментарии позволяют этим утятам наслаждаться жизнью. У нас удивительная ситуация, когда благодаря вот таких моментам спокойствия, перемирию, обратите внимание, нет никакой воздушной тревоги, просто утята воду пьют, принимают воздушные водные процедуры, ловят себе червячков, травку кушают, да. Ну, в общем, вы видите, какая у них большая семья. Мне так видится, что между белыми и черными, или, ну, там, я бы хотел сказать, что там, я про религию имел в виду, то есть между людьми, которые живут в других странах, там, исповедуют другие религиозные формы, там, буддисты, баптисты, ислам, католическое, православные, какая разница, все любят воду, правильно? Вот. Ну и покушать тоже. Вот смотрите, вот хозяин этого положения смотрит на вас, видите? Он не только смотрит, он оценивает уровень вашего интеллекта. Если вы не поставите, вот видите, он с вами здоровается. Сейчас, секундочку. Я веду диалог.